Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Не ругайтесь, пожалуйста. Я знаю, что 5 дней назад было почти точно такое же видео, только с одной лапшой, тоже колбаска и без клубники. Но просто мне настолько захотелось. Я от прошлого мукбанга так кайфанула. Очень вкусная колбаса, нарезка. В сочетании с лапшой быстрого приготовления. Так еще в холодильнике огромная клубника, я не могла это не снять. Сегодня, буквально 15 минут назад, мамины телефон, мне просто нужен ваш совет. Сразу хочу перейти к сути видео. В общем, маме позвонил какой-то неизвестный номер, но я сразу заметила, что номер очень похож на мамин, просто отличается он тем, что у мамы номер начинается на 070, у нее НАР. И у этого номера на 077. Как горячо. Я, естественно, даю телефон маме. У нас не принято брать чужие телефоны. Даже если звонит. Никогда мама не возьмет мой телефон. То же самое и я. Не люблю брать мамин. И молодой человек, потом уже мама мне рассказывает, говорит: я положил себе на счет деньги и перепутал. Я должен был вывести 077, в общем, перепутал номер и получается нам на баланс кинул деньги. Мама сразу сказала, что если деньги действительно мне пришли, то обязательно переведем. Но дело в том, что он положил на свой телефон, получается, 30 манат. 30 манат это где-то, ну, 1500. А маме на телефоне 1500 денег не нужно. Мама постоянно дома, обычно общается с папой, там, с моим братом, через Wi-Fi, WhatsApp программу. И то есть ей на телефоне столько денег не нужно. Плюс у нас еще, я не знаю, как насчет России, но у нас здесь есть такая тема, что если долго ты не пополняешь баланс телефона, например, месяц, ты уже не можешь звонить, если даже у тебя на балансе есть деньги. То есть каждый месяц ты обязательно должен пополнять баланс свой. А мама за месяц максимум тратит, не знаю, 100 рублей. То есть так как мы постоянно дома, используем Wi-Fi, нам эти 30 манат денег на телефоне не нужно. Я перезвонила молодому человеку с маминого телефона и говорю: мне маме на телефоне столько денег не нужно, давайте я вам переведу. То есть у нас есть какая-то услуга, там в интернете можно покопаться. Я нашла в интернете, как это делается, и сразу предложила ему. Тем более, что один и тот же оператор тут. Объясню для моих зрителей. То есть одно дело Билайн и МТС перепутал, а другое дело оба Билайн. То есть можно кинуть. Но когда ты кидаешь баланс, например, другу, там какая-то комиссия. Причем не маленькая. Ну, как сказать, ну, где-то 20% вычитывается. Там в зависимости от суммы, но все же неприятный такой момент. И он мне говорит: про эту услугу я знаю. Но в таком случае я теряю, говорит, столько-то. А мне нужна полная сумма. Сколько я вам положил, сходите, положите мне. Ну,
телефон. Или с карточки. Киньте на мой телефон. Но потом зачем мне на балансе мамы 1500 рублей? Я просто не понимаю. В общем, не знаю. Может, я не права. Но я же не виновата в его ошибке. Я наоборот хочу ему помочь. То есть он же ошибся в конце концов, а не я. Я предлагаю выходы из сложившейся ситуации. Вы знаете, у меня тоже такая ситуация была. Но там сумма была мизерная, 5 манат. Это что-то в районе 200 рублей. И это были универские годы. Для меня эти деньги были на вес золота просто. И я тоже кинула не на свой номер. Но после этого, когда я позвонила, сказала о сложившейся ситуации, мне сказали, что это не мои проблемы. В следующий раз надо быть повнимательнее. То есть я вроде ему предлагаю, как выйти из этой ситуации сложившейся. А он тут начинает. Тут комиссия, там комиссия. Как это вкусно. Как это вкусно. Первый раз, когда снимала, недельку назад, я тогда взяла один бекон. Сейчас я понимаю, один это катастрофически мало. И вот просто мне интересен ваш совет. Что бы вы сделали? Может, я какая-то плохая? Пофиг, пусть у мамы будет на балансе столько денег. Проблема в том, что даже если у мамы столько денег на балансе, маме надо будет где-то через 2-3 месяца опять пополнять баланс. Каждая сумма денег имеет определенный срок. Например, ты загружаешь 50 рублей. Этими 50 рублями ты можешь пользоваться в течение 2 недель, по-моему. Причем человек так разговаривает со мной, как будто я ошиблась. Я тут при чем? Может быть, это как-то можно вернуть, позвонив к оператору. Оператору сотовой связи. Может, они как-то могут решить. Я-то не против. У него мама сколько месяцев на телефоне есть деньги, которые она даже не расходует, они просто лежат, чтобы телефон не закрылся. Сначала его закрывают односторонне, если ты где-то месяц не пополняешь баланс, а потом и двухсторонне, если в течение, по-моему, полугода ты не пополняешь баланс. В общем, такая тема есть. Так что вот так. То есть тебе звонки приходят, ты звонить не можешь. То есть односторонне закрывают тебя. Вот знаешь, гадость, ну даже водичку хочется попить, даже бульончик, все слезать хочется. Что ж такое, а? Вот такая вот ситуация.
У нас еще однажды лет 5 назад была ситуация. В общем, я нечаянно заплатила за газ. За газ, по-моему. Да-да-да. За газ соседа. В общем, нам приходит чек, и на этом чеке написано номер. Номер абонента. И там эти номера идут поочередно. Я, получается, на одну циферку ошиблась и заплатила за своего соседа. Бабушка мне сразу сказала, что не стоит сейчас это выяснять. Говорить, что вот, я заплатила за тебя. Бабушка всегда говорит, что если так произошло, это значит, что эти деньги были суждены ему, нашему соседу. Я, кстати, вчера в банке была. Я была шокирована. Я проводила некую операцию в банке. Очень такую радостную. Это не кредит. Так, ладно, расскажу вам. Я положила депозит. То есть у меня лежали в одном банке. Я перенесла в другой банк. Более такой надежный, но с низкими процентами. Ну что надежнее? Не храните деньги дома. Я всегда об этом говорю. Что-то я сказать хотела. В общем, там работает девушка. Она, кстати, знает, что я блогер. И тут она мне говорит, что на одной из моих старых карточек осталось 14 манат денег. А я совсем забыла про эти деньги. То есть на карточке остались эти деньги, а срок карточки истек. И все, я перестала ею пользоваться. Это знаете, как было? Я, короче, заказала с Алиэкспресс. Не помню, что-то заказала. В общем, мне не пришло. И когда это мне не пришло, мне вернули деньги. Но на тот момент, когда мне вернули деньги, у меня уже этой карточки не было. Как не было? Срок истек карточки. И спустя столько лет мне это напомнила работница банка. Вообще, мне очень нравится банк в Баку. Там всегда обслуживание на высшем уровне. То есть иногда заходишь в банк, вот видно, что работникам как будто плевать на тебя. Здесь как бы все строго, все такие ответственные. В общем, мне нравится. Мне не нравится Капиталбанк. Такое ощущение, что ты зашел куда-то, точно не в банк. Но опять же, у каждого свой выбор. Ну, в общем, так было приятно получить эти 14 манат. Я такая радостная была. Такое ощущение, что мне сделали какой-то грандиозный подарок, не знаю. Я даже, знаете, думала, там, купить какую-то шоколадку, прийти подарить ей, потом я так жутко стесняюсь. Что типа... Что типа спасибо. О, к сожалению, я доела. И наелась. Было очень вкусно. Опять же, извиняюсь за повтор. Просто мне настолько захотелось это покушать. Я обещаю, что в ближайшее время будет очень много разнообразия. Поэтому не злитесь, пожалуйста. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что завтра я уезжаю в деревню. Скорее всего, 2 дня меня не будет.